Польшу задержали и депортировали украинца, который вовремя не оплатил штраф. Сотрудники пограничной службы в Закопане задержали гражданина Украины. Пребывание иностранца на территории Польши противоречило нормам. Задержание состоялось в городе Мысленице. Об этом сообщило Карпатское отделение пограничной службы. Ранее украинец был приговорен к штрафу в размере 1000 злотых за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Как следствие, данные иностранцы были внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным. Командир пограничной службы в Закопанах выдал решение, которым обязывает гражданина Украины вернуться на родину, запрещая повторный въезд на территорию Польши и Шенгеновской зоны сроком на 3 года. Кроме того, мужчину оштрафовали на 100 злотых за то, что он находился на территории Польши, не имея на это законного права.